Во дворце спорта «Триумф» прошли финальные игры зимнего первенства городского округа Люберцы по мини-футболу среди мужских команд. Кто завоевал титул чемпиона и забрал главный трофей турнира, расскажем в сюжете. Первые матчи первенства городского округа Люберцы по футзалу состоялись в декабре. В течение 3 месяцев за звание чемпиона сражались 9 команд. В полуфинал вышли 4. Футбольные клубы Люберцы, Урожай, Альянс и Новокраскова. А в настоящий момент у нас проходят матчи за 3-е место. Это вообще первый турнир по мини-футболу, который проводится на территории городского округа Люберцы. И стать первым чемпионом – это всегда очень приятно. Тем более команды достаточно амбициозные, все были нацелены на победу. Со счетом 10-2, заняв 3-е место в первенстве, победу над футбольным клубом Люберцы одержал Тамилинский Урожай. Уже в главном матче встретились сильнейшие команды округа – Новокраскова и Альянс из Тамилина. В этой первенстве 15 голов забил за команду, принес свои результаты. Надеюсь, очень сильно помогаю команде. Команда у нас молодая, очень много ребят хотят добиться в футболе. Молодые все, всем по 18 лет в основном. У них своя мечта, конечно, в футболе. И это первый, так скажем, шаг их, как футболиста, становления, большой шанс. Поэтому ребята все очень сильно хотят завоевать этот трофей. Игрок команды Новокраскова Вячеслав Юшкин за время проведения зимнего первенства принес команде 23 очка. Забив гол на 4-й минуте первого тайма, футболист, выступающий на позиции защитника, открыл счет финального матча. Каждую игру мы настраиваемся одинаково, то есть не важно, с кем мы играем, все настраиваемся на победу. Ну, вот, хорошо ребята собрались, самое главное, состав есть, играйте. Хороший соперник, организация бешеная, все хорошо, на высшем уровне, уже 2-0, дай бог, что выиграем. Только на победу настраиваемся. Матч завершился со счетом 7-3 в пользу команды Новокраскова. Победителям вручили медали, диплом и кубок. Главный трофей первенства. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.